Здравия, друзья! С вами я, Шевченко Александр, и это очередное видео по улучшению качества жизни от Академии Счастья. Сегодня поговорим о такой теме, как советы, нужно ли их давать и вообще как помогать другому человеку. Потому что что происходит обычно? Человек в какой-то находится сам в каком-то состоянии, и он считает, что лучше знает для другого, как ему лучше, что ему сделать, как быть и так далее. Вот, и начинает говорить ему так, делай это, не делай и так далее. То есть пытается его каким-то образом убедить или контролировать. И часто это приводит к спору, то есть к конфликту, потому что человек начинает сопротивляться, не хочет этого делать, приводит доводы, объяснения и так далее. Я сталкивался с этим огромное количество раз, потому что я сам на самом деле люблю направлять людей, помогать им, давать им советы. И в итоге я пришел к такому пониманию, что важно привести человека в такое состояние, когда он сможет сам справляться со своей жизнью. То есть он не будет приводить доводы, почему у него это не получается, а будет действительно создавать свою жизнь такой, какая она есть, то есть такой, какой он ее хочет видеть. Потому что человеку, сколько бы ни давай советов, да, он обычно просто их не выполняет, пытается сопротивляться и так далее. То есть это не приводит ни к какому результату. Поэтому помощь – это создание более мощного такого человека, более мощного духовного существа, которое может само двигаться к своим целям и действительно улучшаться. То есть быть самим собой и помогать другим тоже быть самим собой. Вот к какому выводу я пришел. И с помощью процессинга счастья, то есть я помогаю человеку действительно прийти к собственным озарениям. То есть, когда у него происходит переосознание, он находит, что у него в жизни не работает и как это исправить. И самое главное, мы убираем негативный заряд, который приводит человека в это состояние несчастья, разделенности, депрессии и тому подобное. То есть, когда человеку ничего не хочется делать, я тоже переживал эти состояния, сталкивался с ними. И занялся процессингом счастья именно поэтому, потому что не было цели в жизни и не было понимание, куда двигаться. Обычные вот эти цели, они не были для меня актуальными. То есть я имею в виду так, как живут многие люди. То есть я начал делать то, что мне нравится, то, что действительно по душе. Я начал помог себе, то есть сначала улучшил свое состояние, потом стал помогать другим, но помогать не советами, а помогать проработать вот эти негативные заряды, и чтобы они ушли, чтобы у человека наступила внутри гармония счастья, и он сам знал, как действовать. Вот к этому я и веду других людей, то есть по пути к полной свободе, осознанности и счастью, когда каждый может действительно быть собой и наполнять пространство любовью и счастьем. И то есть в этом пространстве появляются другие люди, другие совершенно друзья, тоже наполненные этим же состоянием. И поэтому, друзья, я вам предлагаю такой вот процессинг счастья, приглашаю в Академию счастья, чтобы каждый из вас мог действительно получить собственное озарение и убрать те негативные представления о жизни, которые у него накопились. Потому что каждый случай, в котором есть боль, бессознательность, негативные эмоции, угроза выживанию, потеря, все оно накапливается и приводит к тому, что у человека потом происходят просто нервные срывы, у него появляется депрессия, он начинает бояться, он начинает вести себя неадекватно. Все это можно проработать и убрать. И для этого как раз и создан процессинг, чтобы каждый человек мог реально улучшить свое состояние. То есть это возможно, и это каждая сессия действительно приводит к новым озарениям, к новым пониманиям. Поэтому, кому интересно, пишите мне в личные сообщения, мои контакты будут под этим видео или в комментариях, если есть какие-то вопросы. Я провожу бесплатную консультацию для начала, чтобы выяснить, в чем проблема, какое состояние, и уже рассказываю, как можно его улучшить. Также посмотрите обязательно на моем канале фильм, такой небольшой 20-минутный ролик, написано там «Изменить судьбу», о том, как действительно вот этот заряд создается и как его можно убрать. И вы сами все поймете, вы реально прозреете, и у вас появится новое озарение, и вы поймете, для чего вам это нужно. То есть для чего именно нужен процессинг и как он поможет улучшить состояние. А если какие-то вопросы, пишите мне, не стесняйтесь, я открыт к общению. И, конечно же, если видео вам понравилось, ставьте отметку «нравится», делитесь им с друзьями, подписывайтесь на мой канал и колокольчик для напоминания о новых видео, я их записываю практически ежедневно. Вам счастья, добра, и буду рад видеть вас в друзьях для общения и, конечно же, создания новой цивилизации. Всего вам доброго и до скорой встречи!